Молния. Гром. Ветер. Надвигается буря. Основной удар придется на эту область. И это будет страшная буря. Можно увидеть огромное количество влаги, которое двигается с Мексиканского залива. Фил Бирент внимательно наблюдает. Я видел много штормов. Но это не просто страсть. Он директор метеорологического отделения в университете Хьюстон-Райс. Мы обеспокоены сильнейшими наводнениями, которые прошли неподалеку от Хьюстона. Его задача — наблюдать за погодными явлениями и предупреждать местных о надвигающейся опасности. Я даже не могу представить себе области в США, которая находилась бы в большей опасности, чем Хьюстон, во время наводнения. Эта область склонна к постоянным ливням, наводнениям, ураганам. А зачастую это все случается одновременно. Из всей Америки чаще всего дожди идут именно у нас. Например, в 73-м всего за сутки выпало 110 сантиметров осадков. А вот эти кадры сделаны в 2001-м во время тропического ливня. Было похоже на всемирный потоп. Когда выпадает 3-5 сантиметров осадков, уровень воды в этом канале поднимается на 2/3. При 10-12 сантиметрах канал заполняется полностью. И такое количество дождя в этой области выпадает довольно часто. Водоток пропускает около 800 кубометров воды в секунду. При 10 сантиметрах осадков он работает на пределе. Это водоток Баффало, он проходит через деловой центр города. Это главный водоток в городе. Метеорологические станции расставлены по всему городу, поэтому Фил владеет всей информацией. Мы постоянно следим за количеством осадков и за уровнем воды в водотоке. Свои глаза у Фила есть даже в небе. На пролетающих вертолетах установлены дальномеры, которые с высоты в километр пускают лазерный луч вниз, исходя из вернувшегося сигнала, рисуют точную карту местности. На этих картах есть вся информация по воде в области. В офисе Фила и его коллеги Ник Амели обсуждают степень сегодняшней угрозы. Думаю, что опасный ливень в этом районе начнется не раньше полудня. Вы можете наблюдать здесь эти завихрения облаков, именно так обычно рождается шторм. Но кроме основного эпицентра бури, есть еще и дополнительная активность на востоке. В районе Флориды, вероятно, тоже пройдет сильнейший ливень с ураганом. И если здесь действительно будет шторм, команда уже знает, куда пойдет вода. Мы построили моментальную систему прогнозирования наводнений. Система работает оперативно, и когда ураган еще только подходит, мы уже знаем, какие районы города окажутся под водой. У системы есть организованная рассылка. Сегодня в 3 я был в Колорадо, но мне на мобильный поступил звонок о том, что уровень водотока поднялся. Они транслируют эту информацию в реальном времени, так что каждый может быть предупрежден. Это отличная система. Когда надвигается ураган, у людей в запасе есть час или два, чтобы зайти на сайт и посмотреть, какие именно районы будут затоплены. Наша система совершила революцию в информировании людей о чрезвычайных ситуациях.